Сердечно-сосудистые патологии являются основной причиной смерти во всем мире. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от этого недуга. Выявление болезней на ранней стадии – вопрос не только профессионализма врачей, но и материально-технической базы больницы. Теперь десногорцам могут помочь и в Федеральном научно-клиническом центре города Москвы, крупнейшем медицинском учреждении в России. Отделение сосудистой хирургии этой больницы позволяет производить комплексное лечение больного на всех стадиях заболевания. Уровень нашей клиники является одной из лучших, потому что мы работаем по европейским стандартам. Хорошая материально-техническая база, нет ограничений ни в каких расходных материалах. Для госпитализации достаточно направления обязательного медицинского страхования по форме 057. А учитывая именно ваш город, то, что каждый житель Десногорска является прикрепленным контингентом в системе ФМБА, то для него, в общем-то, даже достаточно просто паспорт показать. Несмотря на то, что возможности медицины сегодня практически безграничны, о своем здоровье следует заботиться заранее. В зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний находятся люди с повышенным кровяным давлением, диабетом, повышенным содержанием холестерина в крови. Также следует ограничить употребление табака, жирной пищи и употребление алкоголя. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.